приветствую вас на своем канале. Сегодня я еду на рыбалку на карпа, на водоем Орлеан. А кто едет со мной, спросите вы? А вот кто едет со мной. Надеюсь, будет весело. Приехали мы на Орлеан. Я здесь первый раз. Сейчас раскладываемся. Будем маркериться, кормиться и ловить рыбу. Я сегодня с Владимиром. И там выражаем вещи. Первым делом, что мы делаем? Смачиваем подсаку. Все, что приколы. Мы ж не все высыпаем. Хватит? Ну, осадку-то там чуть-чуть совсем, блядь, на насадку. Бойл и тринити, кукуруза. Растворенки. Попинцы еще. Какой-то перец рыбный. А? Робин Ред. Робин Ред. Походу на ведро. А мы еще какой-то перец брали. Угу. Что-то еще будем добавлять сюда? Хватит, блядь. Заливушки, сыпушки. А ножик, давите мне, да? На, Володь, один кепку. Да ты сам один кепку, уедешь. Сам ты, Володька, блядь. А вам не надо? Надо. Хрен стоит, такое впечатление, что зарезать хочет нас, блядь. Слышишь, а мы можем же так просто накидывать с двух ведер, да? Конечно. Что ты заливаешь? Magic Sweet. Один поводок ставим коротенький, а другой чуть длиннее, и другой крючок. Вот собираем монтаж как сюда. Вот так вставлять, правильно? Ну нет. Ставим. Все, у тебя рыбалка закончилась, собираемся домой. Ты не берешь вот это вот, а берешь и достал его. Ты понял? Да. А не, вот это вот, блядь. Я обрезал просто. Ну вот. Чик. Как легко вставить пластик. Да спасибо Кричевичам. Просто, блядь. Не благодарили? Спасибо. Ну, ловись, рыбка большая и маленькая. Твоя поклевка была. Натягивает. Натягивает. О, пошел паровоз. Так, давай, Владимир. Берем. Бери подсак. Такой же это карась. Это не карась. Карась? Не. Это карпик мелкий. Есть? Конечно. Так. Первая рыбешка у нас, первая поклевка. Вот такой карпик у нас небольшой. Но, тем не менее. Понятно, кто домой с собакой поедет. Хорошие. Да. А вторая он там точит. Чара, сейчас рыба будет. Наверное. Наверное. Кидай, кидай чару в этот. Чара, хочешь купаться? Ты сейчас упадешь туда. Что поплавать тебе? Воды вот. Где хозяин не разрешает, блядь, воду? Миска стоит, блядь. Где миска стоит? На столе? Вон, блядь, на в машине закрытой. Покладка стоит в багажнике. В багажнике. Что ты ногу давай?
Да. Да, ветер. Тузло. Поздно в домике. А я думал, что там рыба. Там хуй. Рыба? Чем тебе не рыба? Похоже на хуй. Сейчас дай на бочок. Да, там есть вода. Есть вода? Да. Ну, рыба, рыба. Сколько карп, тут? Карп. Сколько? Кило, наверное. Полтора-два. Бля, ну все равно это пёс. Больше это? Блин. Получил, блядь? Больше фото? А ну, убирай. Так. Хлебало. А ну, Владимир, ты шаришь, как фотографировать красиво? Да. Давай. Только, блядь, не пиздец, блядь. Да сядь, на колени садись. Встань. Перед собой. Да не, возьми его, блядь, под эту. Вот снизу, да. Вперед вытягивай. Сейчас смотри, этот еще. 2-килограммовый превратится в 11-килограммового. Товарищи пришли к нам на рыбалку. О. Привет. Привет. Иди, я тебя поглажу. Иди сюда. Иди. Иди. Ну, иди. Они бойлы хавают или нет? Ебашит, блядь, бойлы, сука, хороший. Гриво у тебя красиво. Красивый. Красивый. Колокольчик. Колокольчик. Ну, сейчас почухаю. Вот еще. Пошли. Ну, не бойнейшие вареночки. Так, у тебя срачка не будет от бойлов? Хотя там питание лучше, чем у людей. Да? Хороший. Мой гора любимый, родина Кавказ. Давай, полюбки, сколько с тебя трусится, как со старого дивана. А ну сядь, покатает он тебя или нет? Не? Сложу его. Да не сложишь ты, что это шесел. Поклевка. Не гнется, не хуя удочек, да? Потому что есть там поросяча. Максик, возьми подсак. Поднять? Вот, вот. Да. Стоп, стоп. Зеркалка. Зеркалка сюда дает жалобу. Даже маленькая. Бери. Как ты его взвешиваешь? Вот есть специальная сумка. Все специально. Для карпа, блядь, все нахуй специально. Специальная сумка, специальный чехол для сумки, специальный, блядь. Специальный Владимир. Ну, 2 килограмма он где-то. Наверное, сумка килограмм весит, да? Будешь фототься, не? Будешь фототься? Ну, рыба, надо дождаться хорошую рыбу, блядь. Ну, да. Завершаем мы рыбалку. Поймали 2 карпа и 1 карася. И так вообще, как бы тихо. Подписывайтесь, ставьте лайки.